Всем привет, с вами снова Кокос, и мы продолжаем играть в игру X4 Foundations. Итак, у нас станция развивается, начинает, собственно, приносить прибыль. Давайте, наверное, посмотрим, как это все у нас выглядит. А вот тут вот будет видно, да, то есть сейчас 11 миллионов 650. То есть я не снимал с нее деньги, то есть как вот было 3 миллиона в ней сначала. Потом был резкий спад вниз, когда... Давайте, наверное, сейчас на графике это посмотрим, да? Тут есть такая вещь, очень здоровская в обзоре логистики. Вот, управленческий учет, офицер Деритас. И давай сразу за последнюю неделю. Это вот за последний час, да, то есть потихоньку кап-кап-кап-кап-кап растет. Но учтите то, что это всего лишь одна линия производства. За последнюю неделю, да, то есть... Вжух, выход вверх. То есть это вот полноценный график. Вот здесь у нас было на 3 миллионах. О, потом был резкий спад, потому что он начал затариваться газом, то есть льдом, там всем вот этими материалами. И, собственно, в этом и кроется вся проблема. То есть станцию нужно тоже, как бы, как это правильно сказать, настроить. Смотрите, вот, например, у нас есть руда, так? То есть не руда, у нас есть шахтер, который добывать может и руду, и лед. Сейчас еще есть маленький метанчик, точнее газодобытчик. Вот. Он теперь тоже будет добывать. Поэтому, чтобы заставить их работать, это такие вот очень ленивые засранцы. И, то есть если у нас руда где-то в половину, он будет таскаться полный грузом, но не приезжать и не, ну, то есть не складывать. Он будет там стоять, не знаю, там что-нибудь там делают, пьянствуют, наверное. Вот. Рудокопы. Поэтому мы вырубаем автоматическую цену на тех моментах, которые, собственно, являются производствами, чтобы мы не закупали их. То есть, смотрите, нам, например, воду, например, да, нам даже не нужно ее, так сказать, закупать. Поэтому автоматическую цену покупки мы просто-напросто убираем и сводим на минимум. Минимум, ладно, если привезут нам по минимуму, то пусть привозят, так уж и быть. Вот. Да, это, конечно, несправедливо к другим торговцам, но, ну, и рудокопам, да, которые потом и кровью добывают эту руду и перетаскивают за бесценок к нам потом. Вот, поэтому вырубаем здесь мунметан. Очищенный металл, это как бы пока не заполненная, так сказать, цепочка, которую я выстраиваю в детали корпуса. Вот. Чтобы, например, всю, кроме... Не может быть завершен... А, там, походу, эти спутники раскидывал чувачок. Так, убираем покупку на всех. Автоматическую цену оставляем... пусть оно, так сказать, регулируется. Это за счет того, что у нас склады накапливают. Вот, он цену потихоньку скидывает. И в любом случае у нас будут покупать. Вы как бы не переживайтесь. Если за бесценок сразу выставить демпинг, да, своего рода, вот, то они скупят быстро и все. Но в игре X4 нет такого как показателя, как запомнить, то есть, ну, положительные отзывы о продавце и тому подобное. То есть здесь демпинг, собственно, не работает. Поэтому мы вырубаем покупку материалов, которые, собственно, можем и сами производить, да, и выставляем, то есть, автоматическую цену, то есть, излишки пусть все-таки продаются. А вот с рационами питания, собственно, так же получается, то есть, нам не нужно все это. Я даже отключил сейчас суперкомпоненты в закупку, даже при условии, что у нас сейчас просто-напросто идет, как бы даже был простой некоторое время, но даже по минимальной цене они нам периодически привозят. Вот. Так что конвертеры даже строятся и тоже продаются. То есть вырубаем, когда вот этот, он перестает закупаться материалами у других государств. Вот это делать не стоит. Это ограничит все. Всю торговлю с фракциями. Вот. И наши рационы начинают, собственно, копиться на складе. И потом уже впоследствии продаваться. Продаются они в зависимости от того, сколько... Их, то есть, ну, цена выставляется автоматически менеджером в зависимости от того, сколько у нас на складе. То есть, полный, почти забитый склад или еще как-то, да, то есть, из-за выделенного их не места. Кстати, смотрите, 10 тысяч, я помню, у меня было 14 тысяч разметка.
Вот. Он сам фигурирует, то есть разбивает еще и складские места под все это дело. Так. И то, что я сделал там... Где у нас показано? Я сделал вот такую вот вещь. Телади L размера. Да, то есть контейнеры размера L хранилище. Вот. Оно очень сильно, скажем так, повлияло на менеджера. Менеджер сразу начал... О, свободное место! Начал затариваться всем и вся. Вообще, абсолютно. И, собственно, 3 миллиона, которые были, он жух, не спустил. Итак, смотрим. Что теперь, когда мы выставили торговцев левых на 0, да, то есть, чтобы они по минимуму нам разве что продавали. Вот, мы делаем как? У нас есть два варианта. Даже нет, варианта у нас на самом деле 3. Первый вариант. Это демпинг. То есть, мы берем цену, делаем в минус. То есть, в обзоре логистики, да, то есть, нужную нам цену. Мы хотим, чтобы, например, наши товары продавались. Вот. Мы делаем, отключаем автоматическую цену и делаем все просто-напросто вот так вот, в минус. Сразу заказы пойдут шикарные. Их все, они просто все разберут, все то, что у вас есть. Но нам нужно, чтобы автоматическая цена была для того, чтобы менеджер еще оставлял запасы для наших нужд, то есть для нужд станции. И уже излишки, вот он будет потихоньку снижать, снижать, снижать цену. И таким вот образом будет продавать. Поэтому первый вариант нам не подходит. Второй вариант... Блин, вот, кстати, заказы, да? Ага, на медикаменты пошли. Так, второй вариант, это как раз таки дождаться, пока у нас, то есть, цены выровняются. Но если вы станцию только что поставили и сразу хотите, чтобы она начала приносить доход, я, например, сделал каким образом. Я взял одного торгаша, у меня вот называется демпер медикаменты, да, вот. Он вылазит, скажем так, на карту. Вот, так как у меня везде спутники стоят около станции, то есть я вижу положение цен в общей, то есть вот самое, например, минимальное. Меня интересует, к примеру, у меня рационы делаются и делаются медикаменты. Вот, значит, что мы берем? То есть мы берем, давайте, например, рационы питания, да, то есть его выделяем в фильтр, вот, убираем демпера и смотрим. Самая минимальная цена 36, то есть где-то производится вот тут. Нам даже не интересно, где именно. Мы просто-напросто берем закупку, делаем закупку и тащим по вот этой минимальной цене, тащим, например, к себе, да, перевести товар и выложить, разгрузить. То есть теперь мы, повысив, скажем так, наличие у нас этого товара на складе, вот, тем самым даем знак нашему менеджеру, что можно потихоньку и попродавать. То есть еще цену, да, чуть-чуть ниже сбить. Да и таким вот образом, только не переусердствуйте. Если вы сразу забьете весь склад к чертям, ну, то он сразу продаст все и вся по минимальной цене. Смысла от этого нету. То есть вот такие вот разовые закупки, когда у вас будут, например, то есть проседания. Да, вот сейчас у меня графен и теладианий, да, еще как бы... В начальной только стадии они опасались. Это потому, что я делаю сейчас ветку строительных материалов. Вот он у нас достраивается. То есть, как он? Coolpart производит детали корпуса. И, кстати, да, по поводу закупки. Обязательно выставьте. Я вот на 50% еще как бы довольно-таки медленно. Но закупку для постройки... Выставьте 60%. Спокойно закупаются. Вот как видите, да? То есть у меня уже никого не осталось. То есть принимают цену в 60%. Ну, если у вас как бы есть хорошие эти. Кстати, даже не влияет, не знаю, влияет, не влияет хорошая освещенность за счет спутников или нет. Наверное, все-таки нет. Это же их... Компьютер все равно видит, поэтому и демпинг не работает, да, то есть компьютер не может запомнить, что вот здесь я брал по минимуму цену, они хорошие, я буду у них затариваться. Не, не работает. Он смотрит, где у него минимальная цена, и туда и прет. Итак, для того, чтобы сделать мне хул-парты, мне нужно что? Так. Где у нас хул-парт? Вот оно. Энциклопедия. Так, для производства нам нужны графен,
То есть энергийные элементы у нас есть. У нас стоят солнечные электростанции, графен и очищенные металлы. Очищенные металлы я сделал замену. То есть я поставил Telladium Production. Это как бы тот же самый очищенный металл, только вариация от Теллади. Я вот хочу все проверить, чтобы, то есть не ставлю очищенные металлы, чтобы, собственно, именно проверить, да, то есть работает эта схема или нет. Потому что Telladium должен заменять именно очищенные металлы. Графен мы поставили, вот. У нас теперь поставки идут уже готовые. Так. И то, что вот сейчас Hull Parts у нас застроится, мы сможем просто-напросто себя обезопасить тем, что не надо будет сидеть и дожидаться постройки деталей корпуса. Вот. Теперь следующий момент. Чтобы мне, скажем так, строиться за свой же счет, а не закупаться у других, я хочу, например, клейтронику производить. Знаете, что с клейтроникой, какая проблема? Так, сейчас я вам покажу. Элита агрессора. Давайте, наверное, сейчас просто взлетим, посмотрим, как у нас все это происходит снаружи. Мне, например, нравится летать и смотреть, как, то есть, база потихоньку встраивается. Шикарно. Кстати, пришлось делать док. Видите, да, у меня один М-док. Вот, и не хватает, жестко не хватает. Кстати, вот так вот выглядит, вроде как это элитная. То есть 3МЕ плацдарм, то есть у нас тут 3 М-ки паркуются. Ну и еще 6С класса. Вот это вроде элитная. Белым таким вот цветом обозначено. Так, ну-ка ты кто у нас? Легал. Пока. Ай, блин, здесь не достроилось. Здесь вот с этой части будет такая же. Вот, только будет стандартная, то есть модификация. То есть видите, да? Их 3 модификации. Различаются они просто расцветкой поля, вот где садятся М-класса корабли. Так. Ну так вот выглядит у меня уже моя база. Вот это у нас медицинская. Вот дистиллятор. Сейчас вот здесь, наверное, все изменение у нас пошло. Да, вот он у нас. Hull Part достраивается. То есть мы теперь сможем производить детали корпуса сами. И не ждать, пока нам привезут. Здесь вот у нас производится графен. И где-то... Да, вот там вот Telladium. Telladium это создается из чистой, из просто руды. То есть мы можем понаблюдать обзор логистики. Вот, Telladium делается из руды, да, которую притаскивают шахтеры. Вот. Руда вы просто-напросто не можете продавать, потому что в игре нету перевозчиков, по крайней мере, мне доступных, да, перевозчиков этих твердых материалов, как, собственно, и жидких. То есть метан только делают, то есть шахтеры, и они притаскивают их на базу. Все. То есть, когда вы приехали, то предположили на базу, все, они никуда не денется. Только разве что в переработанном виде, вот, например, в Telladium, да, либо уже в графен. Тогда у них уже идет контейнерное хранение. А здесь твердые. Метан, жидкие. Так. Вот Telladium должен заменять как раз таки очищенные металлы. Я их не закупаю. Мне нужно дождаться и посмотреть. Вот, например, давайте ограничим. Даже вот так вот сделаем. Вот, я хочу посмотреть, будет ли заменяться Telladium. Так, мы, кстати, его не покупаем. Он еще просто детали корпуса не прочекал, видимо. Так, ну это будет вторая линия. А сейчас, да, со второй линии. Точно, я же хотел сейчас как раз таки сделать. Смотрите, мы сейчас телепортируемся вот сюда. Каргон Праймом. Так, кораблик наш мы... Сейчас сразу на шаг вперед мы сделаем его чуть-чуть дальше отведем. Где ты у нас? Вот он ты. Где у нас тут добытчики? О, кстати, смотрите, хранилище данных. Я его еще не открывал. Так, я вот не знаю, не вижу здесь, чтобы сейчас кто-то работал. Вот вокруг меня около базы в прошлый раз работали, но почему-то сейчас нету. Давайте мы его так просто отправим вот сюда. Я точно знаю, что вот здесь вот тусят. Так, лететь сюда и ждать меня. А мы сейчас пойдем поболтаем
с тем, кто хочет нам продать, ну, кто нам может продать Клейтронику. Так как я уже пришел, то есть по фракциям попрыгал и покупал у них чертежи, вы видели, да, мою сейчас сумму? Всего 1 миллион 700. Так, вот, Клейтроника, 20 миллионов. Меня это не устраивает. Итак, какие у нас есть варианты? Варианты, один у нас отпадает, вариант 2, это помните, я показывал, что нужно ехать и сканировать, но это такая жесть жесткая. Чтобы, ну, выпал именно вот этот момент с чертежом. Очень сложно. Поэтому сейчас мы идем... Давайте, наверное, сходим в зону... Пусть будет зона торговцев. Я хочу вам показать еще один вариант. Но для этого нам нужно две вещи. Нам нужен ручной МП и... Ручная бомба. Ручная бомба, она используется с ручного гранатомета, да, то есть, который покупается у пиратов. Или, подождите, он сам не крафтится. По-моему, вроде... вроде нет. По крайней мере, я не вижу. Да, наверное, он все-таки делается... То есть, покупается исключительно у этих... у торговцев. Так, давайте сделаем, не знаю, пусть будет 3 штучки. И нам нужно еще ручной ЕМП, ЭМП, электромагнитный пушка. Но для этого нам нужен магнетит. У торговцев магнетита нету. Да, нету. Но мы сейчас найдем его. Мы, собственно, найдем, где... Вот, кстати, ручной бомбомет. О, у них даже в Даличе есть ручной бомбомет. Так. В общем, как мы сейчас поступим? Наш... Этот полетел. Где ты у нас, агрессор? Серьезно? Ты только вылетел? Ты летал сначала на базу? О. Так. Я вижу. Шахтеры здесь добывают. Так. Ты точно там добываешь? Журавль минералы, может, к ним тогда слетать. В общем, смотрите, какая вещь. Элита агрессор. Давай вот сюда лучше. Нет. Так, а удалите все приказы. Летим вот сюда. А, ну да. И телепортнемся. Телепортироваться. Ой. Так, ладно, давайте, знаете как, он пока вот он летит, так, я вам расскажу еще один вариант. То есть по поводу того, что вот наши ресурсы, собственно, чтобы они продавались, да, то есть... Предыдущие два варианта это были работа над, собственно, самим, ну, над самой нашей базой. А есть еще вариант работать над базами противника. То есть, если у нас какой-то, например, элемент не продается, такой как, не знаю, вот, например, кто-то там сбивает цену, да, медикаменты. Выходим, смотрим. Медикаменты кто-то делает аж 99 кредитов. Вот. Это у нас вон сюда. Кто ты у нас? Фабрика медикаментов. У них там переизбыток их товаров, поэтому они просто-напросто что делают? Они продают за бесценок. Но чтобы этого не происходило, то есть мы можем сделать вот такую вещь. Это как бы называется уже промышленный шпионаж, да? То есть выходим в инженерную секцию. И у нас есть несколько вариантов, как поступить. То есть, вот, например, торговый терминал. Ну, здесь мы, если взломаем, мы получим определенную скидку. Ну, зачем нам? У нас есть свое производство, нам его надо, скажем так, продвигать. Вот,
Подходящий нам вариант — это производственный терминал. Мы нарушаем производство, то есть будет какой-то откат, да, то есть времени у них производство просядет. Это если хотим, ну, пошатнуть на длительное время. Но у них сейчас есть большое количество запасов, и они будут его все равно продавать. Панель управления строительством, ну, так себе тоже, то есть это нам вариант не особо подходит. А вот как раз таки терминал системы хранения. Ну-ка, где мы находимся? Вот, да? Вот. Мы можем использовать, смотрите, каким образом. Взламываем. Для этого нам нужно иметь дешифратор системы безопасности. Мы взламываем его. И смотрим на карту. Вот. А, уже произошло. Я думаю, почему не разлетается? Обычно хлопаю во все стороны. Лишний груз. То есть медикаменты, да, то есть у него... повыпадали. Смотрим на цену. Она сразу у него, то есть поменялась. Он заметил недосдачу и меняет цену, потому что ему надо теперь еще поднакопить. То есть вот он выкинул контейнер. Вы можете, конечно, взять своего торгаша через функцию собрать грузы, да, то есть придать ему, то есть приказ. И в зоне, он как бы, ну, делает это в зоне. Давайте, наверное, кто у нас не торгует, кто у нас фигней страдает. Вот. Собрать грузы. Вот. Выделяется зона, в которой он сейчас все лежащие грузы он будет, собственно, собирать. Но есть одно но. Если вы так сделаете, то вы с этой станции до минус 30 временно получите, собственно, ухудшение отношений. Вот. Если будете собирать грузы, которые выкинуты были нелегальным путем. Ну, если там нету, например, охраны или тому подобное, то есть раз быстренько собрали и улетели. То есть через некоторое время она стабилизируется. Вот. То есть это не сильно повлияет на общие отношения, но немножко это все-таки подорвет. Это один из вариантов. То есть вы можете сначала выкинуть, потом подпортить им производство и таким образом поднасолить. Да, то есть и цену, например, уже на товар нехило сбить. Самое веселое, это когда вот, например, вы бьете, где у нас самое большое скопление этих. Вот здесь точно производство смысла нету делать, то есть нарушать, потому что у них нету производства, это торговая станция. Например, телепортируемся. Самое большое количество товаров, самые низкие цены. Самый большой ущерб для этой. Инженерная секция. Вы заметили, да, то, что я, например, мои отношения не страдают, потому что меня как бы не палят. Хопа, смотрим. Бам! Вот это, понимаю, ущерб. То есть, вон тут по 2000 медикаменты, то есть здесь не на один грузовик, собственно, всех этих дел. И цены в него сразу, то есть, проседает. Он начинает по-другому их продавать и затариваться. Собственно, вот таким вот образом происходит у нас промышленное, то есть промышленный шпионаж и устранение конкурентов. Вот. Но нам не интересно пока собирать. Вот. Хотя, если на начальных порах, то можно рискнуть и собрать и улететь к себе на базу. Ну, также через разгрузку. Но мне вот как-то более интересно, то есть, поставить именно пассивный доход. Налаженный, не требующий. Так, элита-агрессор, ты прилетел? Прилетел. Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас здесь вот они добывать добывали. Hello. Давай, поднимемся. Так, серьезно? Ничего нету? Я все-таки дождался одного такого крутого добытчика. Вот, точнее, даже из них просто проследил. И теперь давайте. Смотрите, нестабильные кристаллы, 8 штук. Яйца космомух тут повываливались. И магнетит. Так, и был это у нас модель журавль. Правда, добывал он через свои лазеры. То есть я обычно привык видеть, что они дронами добывают. Нестабильный кристалл я заберу, тебе он все равно ни к чему, ты добытчик льда. Где-то там еще, вот вижу. Так, это яйца космомух.
Ладно, почему не забрать? Так. И, собственно, еще тот самый магнетит, который нам нужен. То есть, если у вас есть маленький шахтерский этот, который добывает через дронов, после этого лазерами своими главными орудиями, то походу можно зафармить и таким образом, да? Ну, я назвал, так сказать, более дешевый вариант. Что там у тебя? Яйца космомух. Если что, место вот это находится, да? Большая биржа. Я вот здесь вот поставил им навигационный маяк себе, тут спутник влепил, вот, чтобы запалить их, когда они приедут. И, собственно, они пришли. Здесь они, мои добывают здесь газ. Ну, вот один раз видел, что наш большой журавль тоже сюда приходил за минералами, за льдом. Так. Вот он оставил космомух, космомухи, яйца космомух. Собственно, если вот таким макаром, то можно и набирать. Так, а теперь переходим ко второму этапу нашего задания. Так, где у нас Кайра? Ты у нас сидела там, где нам нужно. Так, давай мы на тебя телепортнемся. Нет, давай телепортнемся сразу. Стоп. Вот, телепортнемся прямо на станцию. Телепортировавшись на нужную вам станцию, мы идем сначала в зону торговцев, там есть у нас верстак, так? Вот он. Нам нужны ручные ЭМП. Электромагниты. Давайте на максимум сделаем. Вот. Потому что мне они еще понадобятся. Так. И, собственно, ручной бомбомет у нас есть, так? Да, есть в наличии. Так. Желательно для этого, чтобы у вас был кораблик на этой же станции, потому что выйти в космос... нужно именно из кокпита. Итак, мы взлетаем. Так, нелегал нас интересует. Давайте заберем его на всякий случай. Опа. Так, дальше нас интересует вот такая вещь. Нас интересует сам модуль. Вот мне лично сейчас нужен клей... компоненты. Так, я так понимаю, это вот это, да? Бандура? Клейтроник. Да. Клейтроник Productions. Итак, что мы делаем? Мы подлетаем. Выходим из скафандра. Использовать скафандр. Самолетик нам надо убрать отсюда, потому что это несколько незаконная вещичка, то, что мы делаем. Поэтому давай ты у нас летишь на базу. Там стыкуешься, дожидаешься меня, так? Стой. Не тащи меня с собой. Фуф. Да не за что. Я вам помог, сейчас вы поможете мне. Итак. О, здесь что-то тоже есть. Но нас не это интересует. Там по-любому какая-нибудь миссия. И очень сложно все-таки выбить чертеж с этих. Поэтому мы этим и занимаемся. Выбираем бомбу. И, видите, вот эта бомба сейчас ничего не даст. Нам нужно поменять ее на ЭМП. Вот, не знаю, у меня буковка К в раскладке. То есть следующий боезапас. Делаем так. И выстреливаем. Вот она, бомбочка. Ручной ЭМП. Теперь мы отлетаем на некоторое расстояние, чтобы нас не задело. Самолетик наш вроде ушел. Подорвать бомбу. Отлично. Появилось 4 куска. Один из них нам сейчас должен будет дать чертеж. И... это ты, не ты? Да блин. Скафандр, это тяжко. Нет. Окей, значит, следующее. Давай, поближе. О, расшифровка. Нет. Как видите, база сейчас стала красненькой.
А у меня временная агро на нас появилась. Нет. Ну вот, как обычно, у меня получается четвертый. Наверное, так может быть задумано. Ну-ка. Стой. Да блин, хорош крутиться. Сейчас еще придут патрули, меня грохнут в скафандре. Ну, давай. Все, чертеж Claytronics Productions у нас в кармане. Теперь мы что делаем? Мы просто-напросто сваливаем нам на базу. Жух. Entering system. Grand exchange. Круто. И теперь у нас есть недостающий элемент планирования строительства. Где она у нас? Claytronics. Claytronica. Располагается он, опять же, на вот этих башенках. Впихнуть мы его здесь, я даже не знаю, где впихнуть. Кстати, да, хотел под запись сделать. Давайте, наверное, я сейчас это сделаю. Я хочу поменять вот эти Т-образные доки. Хочу на Е-образные доки поменять. Потому что... Вот таким вот образом. Смотрите, трата пространства у нас от области постройки базы минимальная. Вот. И в одном направлении все. То есть, никак вот здесь раз перерезало, да, нам путь. Вот. Поэтому вот этим Е-воротом мы ставим. Потом, что у нас тут? Как вот запустить тебя так? О, слушайте. Классная идея. Ну-ка. Сделаем вот это вот таким вот образом. Оп. Ты нам как раз таки и послужишь уже плацдармом. Ну-ка. Надеюсь, она повыше. Да, она повыше. Делаем клейтронику. Оп. Готово. Все. Теперь для клейтроники нужны АМ-элементы. Стоп. Энергоэлементы есть, микросхемы, квантовые трубки. Это уже следующая ветка. Так, ну-ка. АМ-элементы. Антиматерия. Ты производишь что у нас? АМ-элементы. То есть мы их уже поставляем. Теперь надо подзарядить, собственно, еще микросхемы. Микрочипы. Вот они. И у нас будет еще одна целая ветка, то есть Claytronics'а. Так, ну это будет уже чуть позже. Сначала я доведу до ума. А, кстати, Hull Parts достроились. Так, значит, где у нас детали корпуса? Графен. Так, автоматическая продажа у нас убрана. Детали. Очищенный металл. Блин, получается, что-то серьезное он не делает. Я, кстати, смотрел. Да, походу так и есть. Теледианий, который было написано, то есть в схемке, что он является заменителем, он сюда не действует. Отсюда мы делаем вывод, что нам нужны просто-напросто очищенные металлы. А очищенные металлы мы будем делать. Планирование строительства. Refined metal. Ой-ой. Так, я сломал, да? Ладно. Так, не будем во второй раз уже перестраиваться. А, с с Claytronics у нас слетело. Сраза. Так. Как-то так. Сейчас я походу подтвердить, да, забыл. И тогда мы здесь просто поставим сейчас одну Refined. Я думаю, она как раз таки влезет туда. Давай вот на этот. И чтобы ни с чем не пересекалось. Вот. Все, здесь просто-напросто
сгруппировал в одно. Кстати, соединить вот эти два у меня что-то не получается. То есть даже с помощью параницких Y-образных переходов не выходит их состыковать. Спасибо, конечно, за такой разработчиком. Мой перфекционизм просто-напросто рыдает там где-то в сторонке. Так, ну что, мы сейчас подтверждаем. У нас назначить застройщик. Так. Кстати, если вы выбираете застройщика, не выбирайте его вот в этом. Вовсе вот эта линия не означает быстрее. Они просто-напросто там не идут, паразиты. Так. Ну-ка, где ты? Вот, сойдешь. Давай. Окей. Так, деньги. Сколько по деньгам это все будет стоить? 4,7 миллиона. Так, забери мои все бабки. Подтверждаем изменения. А штаб-квартира нам сейчас наконец-то профинансирует. Наконец-то теперь она у нас что-то будет финансировать. Так, рабочий бюджет у тебя там 1 миллион. Давай мы тебе 3,5 оставим. Вот. Планирование строительства. И... сколько тебе надо? Ну давай, давай, давай. 4900. Здорово. Кстати, ну-ка, детали корпуса. Может, он зарядит, типа, ну, свои производства? Нет? Ну ладно. Так, мы просто-напросто сейчас вот так вот скинем. То есть у меня есть время подождать, да, то есть пусть по минималке, если что, закупается. А мы подождем, пока первые будут детали корпуса. Я тут немного перестрою, очищенный металл, может, партию закуплю. И, собственно, уже получим. Так, ну что, давайте на этом мы серию закончим. Всем спасибо за просмотры. Подводя итог, мы получили несколько вариантов оптимизации производства по станции. Надеюсь, вам это поможет. То есть просто минусуйте продажу от других и занимайтесь производственным шпионажем. И удачи в получении этих, как его, чертежей. По-моему, доковских чертежей, то есть их просто-напросто нету. Так что некоторые их ищут, а по-моему, их просто-напросто нет. Ну, всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Приходите к нам еще, ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч в новых видео. Пока-пока.